Давайте возьмем следующую ситуацию. У нас есть 4 сети 10.0.0.0/26 и сетка 192/26. Все они находятся где-то, как-то за ними стоят маршрутизаторы, они связаны между собой, прекрасно маршрутизируются. Каким-то таким вот образом они связаны между собой. Здесь у нас есть пользователь, здесь есть сервер. Пользователь настроился, прекрасно пингует свой шлюз, до сервера достать не может. Более того, он пингует своих соседей, которые здесь стоят, без проблем. До сервера достучаться не может, вот эта связь не проходит. Говорят, что все настроено правильно. Шлюз настроен правильно. Спрашиваешь, а какая у вас маска? Отвечает, 24-я. Я говорю, почему 24-я, на схеме 26-я? Ну, мы подумали, это ошибка, всегда же 24-я маска, обычно. Наверняка ошибка, наверняка надо сделать нормально. А что, с 24-й работать не будет? Я говорю, нет, не будет. Смотрите, что происходит, если вы здесь хосту даете маску 24 вместо 26. Он начинает считать, что вот эта сетка у вас размера 24. Что вот эти все адреса от 0 по 64, по 64, от 192 по 256, от 128 по 192, что они находятся вот здесь. Это означает, что хост, когда он пытается обратиться к серверу, он пытается ARP-ом найти его у себя вот здесь. Естественно, не находит. Но он прекрасно находит своих соседей, которые с ним в этой же сети находятся. Потому что вот в этом, в 64 по 128 адрес ему все честно отвечают. Потому что все нормально, как бы. Они знают, что они в этой сети, и они прекрасно ему отвечают. Потому что его адрес, ну, например, у него адрес какой-нибудь 68, да, например. Они нормально бьются, да, тут 68 какой-нибудь, 69 адрес. А к серверу он обратиться не может. Поэтому возникает такая интересная ситуация. А, еще если у него есть какой-нибудь выход в другие сети, он тоже прекрасно работает. То есть, если вдруг они обращаются в какую-нибудь сеть, я не знаю, 10.20.0.0/24, он прекрасно туда будет ходить. Да, будет ходить и возвращаться к нему будет ответ. Все будет нормально. То есть, возникает интересная ситуация. У него как будто бы все работает, он видит своих соседей по сети, но к своему любимому серверу он не может обратиться из-за ошибки маски. Абсолютно реальная схема, так часто бывает. Вопросы?